Вот и наступила Масленица, которая символизирует время проводов зимы и весеннего обновления природы. На Руси Масленица всегда отмечалась широко, шумно. Пеклись блины, проводились массовые гуляния, чинные чаепития в кругу семьи. И без меда, одного из самых любимых продуктов взрослых и детей, не обойтись. В Тверь приехали пчеловоды кочевой пасеки Тюриных, которые пробудут в областной столице до 26 февраля. Именно у них можно купить вкусный настоящий мед. Об этом рассказывает наш корреспондент. 11 лет пчеловоды кочевой пасеки Тюриных из Тамбова приезжают в Тверь. Покупатели всегда ждут открытия ярмарок, ведь именно эти пчеловоды всегда торгуют своим натуральным медом. Покупаю, наверное, уже год 3-4 замечательный мед. Нам очень нравится, очень помогает. Мы считаем, что помогает от всех болезней. На Масленицу пчеловоды кочевой пасеки Тюриных привезли более 15 сортов меда. Все они разные по консистенции, цвету и вкусу. Гречишный мед, акация, липа, цветочный, мед с прополисом. Сейчас в преддверии весны и праздника хочется пригласить жителей, гостей города на дегустацию меда. В Масленицу пользуется популярностью акациевый мед. Он жидкий, текучий, для блинов самое то. Купить мед с кочевой пасеки Тюриных можно только в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2 и в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29. Для покупателей всегда действуют скидки и выгодные предложения. 4,5 килограмма цветочного меда вы купите за 1000 рублей. При покупке 3 литров и более одного вида меда скидка 17%. И при покупке 5 килограммов 6 в подарок. Мы часто берем именно большой объем, где-то там 4-5 килограмм. Но это точно целые там полгода, на год, как в зависимости от того, ну, что мы готовим. Иногда готовим там, то есть медовики, еще что-нибудь. Ну, в основном это, конечно, используем мед в травяном чае. Я, как мама, всегда покупаю мед у семьи Тюриных, потому что он натуральный, потому что он вкусный. Добавляю ребенку в кашу. Скоро наступят праздники 23 февраля и 8 марта. Пора, когда родные и близкие радуют друг друга подарками. К пчеловодам Тюриным приходят купить в дар мед, другие продукты пчеловодства, оригинальные подарки, например, свечи из натурального пчелиного воска. Добро пожаловать за вкусным медом урожая 2022 года кочевой пасеки Тюриных до 26 февраля. Ждем вас в бизнес-центре «Тверь» на Смоленском 29 и в торговом центре «Олимп» на Тверском проспекте 2. Ко дню защитника Отечества пчеловоды пасеки Тюриных отправили бойцам СВО гуманитарный груз. Это 100 килограммов фасованного меда. Для всех предпринимателей, которые любят собственное дело и свою родину, семья Тюриных продемонстрировала пример, насколько важно оказывать поддержку и внимание тем, кто на фронте, не жалея себя, стоит на страже интересов и защиты своего государства. Напомним, что оставить помощь для отправки в зону СВО можно в волонтерском штабе, расположенном на Дарвина 8. Поэтому адресу находится сборный пункт.